поехать домой. Так, спасибо тебе огромное. Я вот здесь оставляю. Да. Значит, конечно. Я хочу, чтобы вы знали, для нас это не менее важно, на самом деле. Да, ну, что, мы не просто какие-то там люди, а мы как бы узнали о том, мы как бы Кременчугский Майдан, мы узнали о том, что вот такая ситуация, и мы можем что-то сделать для того, чтобы этого парня выдрать сюда. Этот вопрос не стоял и одной секунды на раздумье, потому что наша команда — это люди, которые прошли Майдан, это киевские, это люди, патриоты, которые сейчас занимаются боевым обеспечением наших войск. И, ну, для меня, лично для меня, я очень много раз был в АТО, это моя 19-я поездка, я закончился там 4 месяца. Для меня это подобное первое, как бы такая, скажем, мероприятие, когда мы вытаскивали бойца. Но, ну, на самом деле для нас очень важно внутри, и мы очень рады, что мы имеем к этому отношение, чтобы смогли содействовать и вытащить вашего бойца оттуда. Правда, для нас это очень важно тоже. Вам всего доброго. Будьте здоровы. Как вас зовут? Меня зовут Анатолий. А прозвище? Фамилия моя Гилевич. Кстати, большое спасибо. Гилевич. Большое спасибо нашему губернатору Бугайчуку Виктору Михайловичу. Ну, за его инициативу, да. Он мне позвонил, да, вчера ночью, и мы собрались за час и выехали в дорогу. Как бы, это человек, которому я доверяю, он реально делает вещи. Не просто там, а он не похож на губернатора, он реально делает вещи, которые обычно мы не привыкли видеть от чиновников такого уровня. И это очень похвально. Все, вам всего доброго, до свидания. Мне еще далеко.